Всем здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья и также успешного лова рыбы и клёва великолепного! И сегодня я покажу, как поймать по новогоднему квесту пиявку. Сегодня у нас вьюн, но вчера у нас была пиявка. Вчера не было времени снимать, ну ладно, кому какое дело. И этот, индейцам до проблем вождя, как говорится. Поэтому, ну да. Нет, там по-другому вроде звучит поговорка, но не суть. Нам нужна донка, такая сборка, стоковая, ничего особенного. Единственное, насадку, либо кусочки рыбы, либо рыбьи потроха. Где они? А, крючок рыбьи потроха нет. Значит, все правильно. Только кусочки рыбы. Ставим размер крючка крошечный. Поводок можете поставить еще меньше. Так будет проще клевать пиявочки. Я сейчас переставлю. И можете еще прикормку добавить. Прикормка лишняя никогда не бывает. Тем более стоит она недорого. Я советую всем покупать прикормку, чтобы вот эти вот квесты все выполнять быстро. Чтобы, знаете как, не засиживаться на них очень долго. Так, берем и кидаем себе прям вот под ноги. Далеко кидать нельзя, вот сюда. Пиявка, сразу говорю, клюет ночью. Координаты, вот мы сразу появились на пруду Дукора, сразу же кидаем вот сюда. Прям на базе, мы никуда с вами не уходим, не ищем никаких супер там каких-то мест, на которых может клевать рыба. Мы сразу вот с базы кидаем, все, и не паримся, как говорится. Закидываем прям рядышком, этого достаточно. И сидим в ожидании. Но я вам говорю, пиявка в основном клюет ночью. Днем-то тоже она будет клевать, но реже. Поэтому если днем вы будете сидеть дольше по времени, то здесь уже, знаете как, меня винить не стоит, я предупреждал. Либо переждите где-то, придите сюда ночью, чтобы быстрее выполнить квест. Либо пытайтесь поймать днем. Но я вот сейчас ловлю днем, вечер 17 часов, начало 6. Я думаю, удача нам улыбнется. Пиявочку мы с вами выловим, и я вам докажу, что здесь она клюет, ловится, и все нормально. Правда, я не помню, от скольки грамм она ловится, если честно. То есть по квесту я не запомнил. Пиявка вес 100 грамм. Наверное, от 40 или от 50 она оценивается по квесту. Что-то такое. Во, первая поклевка. Много времени не прошло. А, и вот смотрите, крупная пиявка на 74 грамма. Если крупная синяя пиявка попалась, это 100% у вас по квесту она зачтется. Потому что там вес намного ниже поставил разработчик Виталий, чтобы даже новички, то есть всем было проще выполнить квесты. И он молодец, вот прям вот хвалю. И я сейчас коплю сундучки, ребятки. Смотрите, их уже 9 штук. Будем с вами в конце всего вот этого ивента будем открывать. Итак, клюет у нас еще одна удочка. Смотрим. Пиявка 12 грамм. Вот, в принципе, все ловится даже днем. Даже днем. Ой, сильно кинул. Клюет хорошо. Пиявка ловится у нас. Мы не заморачиваемся. Мы с первой поклевки вытянули уже зачетную пиявку на квест. На наш. Если у кого нету кусочков рыбы, у меня есть видео на канале, также где можно поймать эти кусочки рыбы. Да и вообще они делаются с любой рыбой 400 грамм, там, до килограмма, по-моему. Поэтому сделать это не проблема, хотя бы штучек, ну думаю, 30 кусочков рыбы. Если вдруг будет у вас плохой клев и все плохо, то вам и хватит 30 штук. А так... По-моему, все. Всем спасибо, ребятки, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И комментируйте, предлагайте свои идеи, места фармы и все такое. И опять же, всех с Новым годом. Поздравляю, счастья, здоровья, удачи, много денег, тепла и семейного благополучия. Покеда!